Проснись и пой. С тобой информационно-позитивное телешоу. И записывай мероприятия этой недели из нашей афиши. Так будет легче придумывать отмазки на работе. 5 февраля во Дворце молодежи состоится спектакль «Чудотворцы». Еще раз можно будет понаблюдать за спором отцов и детей, а также подарить себе вечер магии и чудес. 8 февраля в китайском летчике Джао Дам вас ждет концерт памяти Виктора Цоя. Фирменный образ солиста и вокал помогут окунуться в те прекрасные времена популярности группы «Кино». 10 февраля в КЗЦ «Миллениум» дают спектакль «Любовь и голуби». Вы увидите лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения. Это была афиша в утреннем фреше.